Украинской ассоциации арт-терапии, обучающий тренер по арт-терапии. И мне очень приятно, что сегодня в этом зале вас так много. И, знаете, сегодня сбылась моя главная мечта. В этом зале и дети, и родители. Для меня это было очень важно. Написание этой книги для меня, прежде всего, это личный процесс, потому что моих родителей уже нет. И мне кажется, что я успела им сказать главное. И я очень долго думала, чем сегодня завершить эту презентацию. И сначала я хотела, чтобы в конце была фотография моих родителей. Но я поняла, что буду рыдать бесконечно, в общем, если это будет. Поэтому я изменила. Там будут они, но в другом виде как бы. Я изменила финал. Этот вечер я посвящаю своим родителям. И надеюсь, что за тот час мастер-класса, который я вам предложу сегодня, может быть, немножко больше, если будут ваши вопросы, вы сможете стать на шаг ближе. Я не знаю, что можно сделать за час еще, но вы точно сможете стать на час ближе ближе к своим родителям. Как будет построена эта презентация? Я предложу вам несколько метафор, которые, как мне кажется, раскроют сущность книги, которой посвящена эта встреча. После чего у вас будет возможность задать вопросы ваши ко мне, я постараюсь на них ответить. Но прежде всего хочу сказать, что в этом зале есть люди, благодаря которым вообще эта книга рождена, помимо моих родителей. Как вы, наверное, многие знаете, я очень много пишу, очень много провожу семинаров, разных тренингов. При этом у меня есть моя семья, это мой муж и мой ребенок. И, конечно, они меня видят меньше, чем вы. Да? Но есть люди, благодаря которым моя семья меня вообще видит. Это люди, с которыми я работаю. Это наша команда, с которой мы уже много лет очень сотрудничаем. Это люди, без которых, вы знаете, вот если бы их не было, то книг было бы не 11, а 2, наверное. То есть это люди, которые вообще дают мне возможность создавать. И вы их не видите никогда на сцене, вы им там не хлопаете, да, они не мелькают на YouTube. Но это люди, которые, да, вот если вывернуть наизнанку там, то, что я делаю, это вот там будут их лица, их сердца, их руки. Это Танечка, Олечка, это женщины, которые в этом году умудрились одновременно родить детей, как вы поняли, уже мальчика и девочку, они даже родились сегодня, очень правильно, не догадываясь об этом, и продолжают творить то, что они творят. Поэтому, в общем, вы мое сердце, мальчиков и девочек, поэтому я вам очень признательна и благодарна, и спасибо вам большое. И хочу сказать, что когда мы переехали в Киев, то у нас не было ничего, ну, ни родителей, которые были далеко, да, и эти люди стали, ну, в какой-то части для меня теми людьми, которые заменили в тот момент для меня моих родителей. Когда говорю об этом, всегда непросто, но я знаю точно, что если какие-то люди отдаляются, то какие-то приближаются. Важно очень в этот момент не раскиснуть и увидеть, что к тебе подошли вот другие люди, такие же родные, такие же близкие. И вся моя презентация сегодня где-то трогательная, где-то со слезой, где-то с надрывом, но вся она за жизнь. За жизнь. Я хочу, чтобы после нее вы вышли и, ну, хотя бы минимум как 2 дня не говорили о политике. Вот до 25-го вообще просто, потому что, ну, это не всегда дает ресурс, а есть то, что дает ресурс всегда. Итак, это 11-я книга моя. И основная метафора книги, которая называется «Услышь родителей своих», звучит следующим образом. Книга так и начинается, с основной метафоры. Вы не найдете ни одной книги, которая так начинается. Я когда отправила ее в издательство, они мне сказали: «Лена, так книги не начинаются». Я говорю: «Мне все равно, я так чувствую, они должны так начинаться». Наши родители — это маяки в море, мы корабли во тьме. Но, видя маяк, используя его свет, мы способны понять и увидеть, что на самом деле происходит на палубе нашего корабля. Кто у руля, как выглядит корабль, нуждается ли он в ремонте. А самое главное, мы можем определить свой путь и миновать рифы. Сегодня весь вечер мы будем говорить о наших родителях, о наших маяках. Не знаю, насколько вам видно, что это маяк. Но обычно, когда мы смотрим головой в наше детство, то мы там видим только тьму. Есть просветленные, которые пришли на этот мастер-класс и, поворачиваясь в свое детство глазами, видят только радость, только позитивные эмоции.
только там прелести, куча шоколада, 2 килограмма мармелада, все игрушки мира. Есть такие счастливые люди в зале? Нет, да? Хорошо. Ну тогда вам не ко мне, вы уже полеченные. Мы, дети другие, нам что-то не додали. И как-то вот нас, да, как недообняли, недосказали чего-то важного. Ну, в общем, эта книга, наверное, поднимает достаточно необычную тему. Знаете ли вы авторов, которые пишут на тему отношений взрослых детей со взрослыми родителями? Нет, ну знаете. Вы понимаете, вот я когда, да, я стала готовиться к презентации, думаю, надо же как начать. Я стала искать, а нет таких книг? Вопрос, а тема актуальна вообще? Да. Тогда другой вопрос, а почему нет книг? Ведь авторов там много толковых, хороших. Ну, гений только один. Вы знаете, когда я искала ответ на этот вопрос, то мне показалось, что на самом деле у нас, у всех детей, которые были рождены вот в том советском детстве, я себя туда отношу, есть такая идея, что детско-родительские отношения – это такие отношения, которые невозможно излечить за раз. Что всю жизнь ты будешь туда смотреть и вспоминать что-то, и будет это как-то долго, и будет это как-то, ну вот как бы тяжко, да? Я не знаю, насколько это так, но мне кажется, что в этой книге мне удалось совершить нечто необычное. Я все-таки склоняюсь к тому, что мир так быстро развивается, и такое идет сильное ускорение, что сейчас все возможно чуть-чуть быстрее, да? Идея такая, родители, это настолько больно и тяжело, что как только мы туда идем, берем какую-то тему, там, кого-то били в детстве, да, кого-то там родили брата, а вы не планировали его, и надо как-то с ним обращаться, да, или там родители работали, а вам нужно было внимание, время и еще что-либо. Вот обычно, когда мы смотрим в детство, то кажется, что это бесконечная, ну, какая-то прерва, да, вот дыра, в которой много боли. Хотя радость там тоже есть, но всегда страшно туда смотреть. Поэтому мне кажется, что про отношения взрослых детей со взрослыми родителями пишут мало только потому, что там столько боли, ну, кажется, да, что, ну, как бы справиться с этим невозможно вообще, да. В своей работе, когда я писала книгу, я обнаружила, что отношения с родителями влияют на удовлетворенность жизнью. Как вам такая идея? Что то, как мы думаем о том, как сложились наши отношения с нашими родителями, вообще влияет на нашу удовлетворенность жизнью. Да? Я стала это дело исследовать. И оказалось, что очень большая категория людей, большое количество людей, говоря о том, что у них не очень хорошо складывались отношения с родителями, или даже очень, но не так, как они хотели бы, они имеют по жизни низкую энергетику. Низкую. То есть они хотят, знакома вам ситуация, я хочу, начинаю что-то делать, но в какой-то момент сил недостаточно, чего-то не хватает. И вроде бы я все делаю, как все, я стараюсь, я там напрягаюсь, но чего-то не достает, чего-то не хватает. И я стала разбираться, и оказалось, что нарушенные отношения с родителями, или, по крайней мере, мое субъективное восприятие этих отношений как нарушенных, снижает вообще общую энергетику человека. И надо с этим что-то делать, как вы понимаете. И люди нашли способ. Знаете, что люди делают? Они одевают такой себе эмоциональный памперс. Ну, то есть, когда меня нагребает, говорят люди, я иду там к терапевту, к психологу, я поплачу, там, я почитаю книгу. Некоторые идут на тренинг, и тренеры их лечат, да. Есть более просветленные люди, они принимают эмоциональную таблетку. Таблетку, да, ну, памперс — это плакать вниз, а таблетка — это как бы в голову, да. То есть, дайте мне такое убеждение, чтобы я понял, что это нормально, да. И кто-то человеку подсказывает какое-то убеждение, или он его сам генерирует. И он думает, что жить с болью о том, что мои отношения с родителями недостаточно хороши, это нормально. Но это ненормально. Да? И вот идея, которую эта книга предлагает, о том, что отношения должны быть, ну что ли, напитывающими, а не раскрашивающими. Да? Но они не должны вас крошить на части просто. Люди, одевая эмоциональный памперс и принимая эмоциональные таблетки, ситуативно лечась от какой-то боли своей родительской, они принимают такой себе, знаете, эмоциональный, как это называется, обезболивающий эффект, наркоз. Да, такое интересное слово, эмоциональный наркоз. Что делает наркоз, скажите? Обезболивает. А что обезболивает наркоз? Отключает мозг для начала. Пан, мама, вы сильно умная, подождите. Наркоз обезболивает там, где больно. Все согласны? Да.
Логика простая, да? Но помимо этого, что еще делает наркоз? Он вообще всю способность к чувствительности блокирует. То есть, оказывается, когда мы одеваем эмоциональный памперс или принимаем эмоциональную таблетку для того, чтобы ситуативно закрывать какие-то дыры в отношениях с нашими родителями, мы делаем себе наркоз, не понимая, что на самом деле этот наркоз в общем плане снижает нашу жизненную энергетику. И это не работает. Ну, как вы уже убедились, если вы здесь, значит, у вас это тоже не работает. И у меня это не работает. Поэтому я искала другой путь. Как я строила эту книгу, да, такая идея, книга в цифрах. Давайте посмотрим. На сегодня в книге 160 страниц, и я не исключаю, что она во втором издании может быть дополнена. В книге три главы всего лишь. Первая глава – отношения с мамами и все вопросы по мамочкам. Вторая глава – отношения с папулями и все по папулям. Это моя тема. Третья глава – общие вопросы взаимоотношений детей и родителей. Всего в книге 112 вопросов. Вы спросите, что это за вопросы? Ответ, кто был на нашем фестивале «Арт Краина»? Помните, я собирала вопросы, что вас тревожит в ваших отношениях с родителями и детьми? На тренингах я собирала вопросы. Год я собирала вопросы об этой теме с разных проектов. И это все живые вопросы живых людей. В книге только 7 вопросов, которые я сама бы задала автору этой книги. И автору пришлось на них ответить, потому что я их задала, как вы понимаете. В книге существует 10 авторских картин. Для меня очень важно, что это первая книга вообще, в которой есть картинки. Однажды один мой издатель задал мне вопрос: «Лена, почему в книге нет рисунков? Ведь твоя категория — это люди, которые, у которых с чувствами все хорошо». Я говорю, я не задумывалась никогда. И как только я задумалась, почему в моей книге нет и картин, да, в мою жизнь пришел интересный художник, наш арт-терапевт, тренер нашей ассоциации — это Игорь Невзгляд. Я рада, что он сегодня здесь. Игорь, вставай, вот посмотрите на этого светлого человека. Игорь — это тот человек, который специально для этой книги нарисовал рисунки. Причем, знаете, это вот мой формат. Я ему пишу полстраницы, что я хочу, а он мне за 3 минуты рисует то, что я хочу, да? Ну, то есть вот он почувствовал очень тонко то, что я хотела передать в этих рисунках, и создал, да? И вы их нигде не увидите, потому что это вот такая наша, да, авторская работа. Я тебе признательна. Спасибо тебе большое. Будем трудиться дальше. Отзывы экспертов. Это очень интересная тема. 42 человека, к которым я обратилась. Некоторые из них даже сидят сегодня в зале. Чтобы я никого не забыла. Кто давал мне экспертное свое мнение в эту книгу? Ира Рай, да? Кто-то есть еще? Таня Спирина. Кто еще? Да? И еще должна Марина Хмеловская сегодня подъехать, Алексей. Это люди, которым я написала и спросила у них, что важного, как вы считаете, в детско-родительских отношениях? Очень трогательную историю Ира Рай написала. Она написала реальную историю о своих отношениях со своим непростым, очень современным и очень, да, вот таким амбициозным, характерным, очень талантливым ребенком. Таня Спирина поделилась своим опытом. Разные люди поделились своим уникальным в теме детско-родительских отношений. И для меня это очень важно. Это первая книга, которая устроена по принципу «вопрос-ответ», где есть мнения разных людей. Люди из 4 стран прислали мне сюда свои ответы. Кто же эксперты еще, да, так, чтобы вы их узнавали? Давайте посмотрим на них. Светлана Ройс, я думаю, знакомая фамилия в Киеве, так особенно. Уникальный специалист по детской психологии, человек, которого нужно знать и нужно читать вопросы детско-родительских отношений. Очень долго я дружу со Светланой в Фейсбуке и рада, что она причастна и очень благодарна ей за те слова, которые именно она подобрала. Доктор Комаровский, известная всем вам личность, человек, который не просто лечит, а он делает немножко больше, он учит. И мне кажется, что это очень важно. Следующие эксперты. Амата Сарва, специалист по рейке. Да, специалист, который мастер рейки, мастер энергетических практик. Когда я читаю его страницы, я понимаю через слово. Но когда я читаю его, мне хорошо. И он написал со своей, да, вот, с точки зрения энергии и состояния. Николай Козлов. Что такое синтон? Да, вообще, с чего начиналась психология в постсоветском пространстве? Это все этот удивительный человек, который позволил из его статьи взять комментарий для этой книги, и я за это очень признательна.
Маргарита Сичкарь, известный человек в Украине, ресторатор, человек, которому я просто написала в Фейсбуке. Маргарита, могли бы вы поделиться своим опытом, что для вас важно? И она просто мне ответила, без всякого, у меня нет времени, там, ну, то есть для меня это очень важно. Елена Рок, писатель, да, поэтесса с большой буквы, известнейшая личность в Украине, человек, который на писательской кухне просто вот удивительным образом передает словом то, что чувствует из сердца. Татьяна Дугельная, человек, который в области психосоматики, в области вообще современной психологии, тоже один из основателей такой украинской, да, концепции психологии в целом. Ангелина Могилевская, первая ученица Луизы Хей, живет и работает в Москве, удивительная женщина, которая написала потрясающую книгу, называется «Диета хороших новостей». Если вы еще не видели, полистайте, очень, ну вот она сама такая потрясающая, и книги у нее такие вдохновляющие. Борис Жалила, известнейший человек мирового уровня, бизнес-тренер, написал просто так, написал и все вообще, просто написал, хотя занят неимоверно. Главный лысый тренер постсоветского пространства, мой учитель с большой буквы, человек, благодаря которому я вообще читаю книги, который включил во мне желание вообще читать, мечтать, развиваться. То есть, глядя на него, я поверила, что можно быть адекватным, интересным. Это такие люди, которых вы точно знаете, да, и еще есть масса людей, которых вы не знаете. Сейчас хочу, чтобы вы посмотрели на эту картинку. Хочу задать вам вопрос. Это обычный фонарь, который я сфотографировала на Андреевском спуске. Что бы вы могли сказать об этом фонаре? Он какой? Все, что вообще? Какой он? Он не включенный. Еще какой? Металлический. Металлический. Тут уже приклеил, видите, да? Металлический. Еще. Одинокий. Одинокий. Еще. Черный. Черный. Еще какой? Раритетный. Классический. Еще. Раритетный. Раритетный, оригинальный. Смотрите, что мы сейчас с вами делаем вообще? Оцениваем. Что мы сейчас делаем с вами? Оцениваем. А если больше пойдем, мы не просто оцениваем, мы навешиваем. А какой вообще на самом деле фонарь? Для чего он создан? На самом деле, вот смотрите, мы все знаем, но живем по-другому. Каждый фонарь, представьте, что вот этот фонарь — это ваш родитель или ваш ребенок. И он создан, чтобы светить, чтобы радовать. Никакого другого смысла нет у родителя, кроме как радовать своего ребенка. И никакого другого смысла нет у ребенка, кроме как быть светом для своего родителя. Но почему-то так складывается, что по жизни мы постоянно приклеиваем ярлыки и живем с ними, забывая о том, что на самом деле происходит с этим фонарем. Иногда ко мне приходят люди на консультации и говорят: «Лена, вы знаете, у меня было в жизни такое с моими родителями, такое, что, ну вот, это вообще невозможно простить, с этим вообще, вот с этим нельзя жить, что-то сделайте». Да? Недавно мой муж болел очень сильно, он лежал в реанимации, и я прихожу к доктору, у меня уже дергается левый глаз, то есть, да, ситуация ухудшается, я понимаю, что все может быть. Я говорю: «Доктор, что делать, да, вот как справиться?» А он такой вообще философ, вот, просто, и говорит: «Нет испытания не по силам». Я думаю: «Боже, я это говорю каждый день людям, почему я забываю об этом?» Да? Потому что сапожник без сапог. Еще Виктор Франкл сказал о том, что, да, вы знаете, он пришел в концлагеря и остался жив, и мало того, написал книгу о смыслах в жизни, да, «Человек в поисках смысла». Он сказал, что если человек знает, ради чего ему жить, то он выдержит любые испытания. И вопрос сегодня к вам задаю, вопрос, с которым вы пойдете в жизнь дальше. Ради чего сегодня вы? Ради чего сегодня стоит жить и преодолевать все? Кризисы, мизисы. Знаете, я вот все время привожу этот пример. Я родилась в 83-м году. СССР, да, вот это все началось. Потом мы пошли в школу. Потом эти все развалы, да, перестройки, все такое. Кризисы бесконечные. Денег нету, 8 огородов, арбайтен, бурячки, морковка, подсолнух выбивать, картошка. Все мы делали. Потом незалежная Украина. Кризис. Первый президент. Кризис. Второй президент. Кризис. Третий, не поверите, случайно снова кризис. Все время. Майдан. Ла-ла. Вся моя жизнь, ну, я так понимаю, что жизнь всех, кто в эту попал, да, струю
это непосредственный, потрясающий, изменяющийся кризис. И когда мне говорят сейчас, что сложно, да, я говорю, ребята, у нас иммунитет. Зачем притворяться? Просто это выгодно же, когда кризис, правда? Идем дальше. Следующий важный момент относительно значения книги, которую я присваиваю. Следующий слайд, пожалуйста. Какие виды энергии есть у человека? Что вы знаете? Вот сейчас Наталья Романенко, которая стоит, да, вот буквально 4 дня назад мы обучались у нее. Если вы не знаете, что такое коучинг и хотите стать профессиональным коучем, welcome, welcome, рекомендую. Какие виды энергии есть у человека, Наташа не подсказывает. Алена тоже не подсказывает, она про это все знает. Внутренняя энергия. Правильно, но ее нет здесь на презентационном слайде. Какие виды энергии? Физическая, все согласны? Физическая. Угу. Еще? Духовная. Духовная, молодцы. Эмоциональная, согласны? Да. И духовная? Психическая. Отлично, друг мой, ты прав. Спасибо тебе. Психическую мы вот межэмоциональной и духовной куда-то сюда устраиваем. Скажите, пожалуйста, когда мы только родились, какая энергия у нас преобладает больше всего? Чего? Ну, физики, да, физики. После этого начинается вот этот возраст, дошкольничество, школы. Что с нами происходит? В интеллект идем, активно развиваемся, после 3 уже поздно и так далее, и так далее. Дальше что происходит с нами? Пидлетки, эмоции, я-концепция, сознание, свое мнение и так далее, и так далее. И это все заканчивается в 16 лет. А весь остальной период жизни мы тащим с собой по чуть-чуть из физики, интеллекта и эмоций и занимаемся единственным. Мы растим свою духовную энергию и наращиваем ее. Самый мощный источник человеческой энергии – духовная энергия. Как вы думаете, что дает человеку, когда у него духовная энергия развита? 4 показателя есть. Как вы думаете, какие? Вы же понимаете, что уже с этим родители связаны напрямую, да? Но если на презентации книги о родителях об этом расскажете. Запишите, если не знаете. Прежде всего, энтузиазм. Если человек говорит, мясокомбинат, я, молокозавод, я, подводная лодка, я, все, у человека есть энтузиазм, у него все супер, он работает отлично. Если с духовной энергией все ок, энтузиазм у вас есть. Следующий показатель – это упорство. Буду, трж, буду все равно, трж. Извините, буду все равно, и так далее. Упорство, все время делать, делай то, что ты считаешь нужным, то, что у тебя сердце идет. Следующий момент, обязательность. Обязательность, вы хозяин свое слово, дали, держите свое слово, это очень важно. Если с этим проблемы, с духовной энергией проблемы. Следующий важный момент, самый важный, честность. С кем нужно быть честным прежде всего? Добро пожаловать в клуб анонимных, нечестных с собой алкоголиков. Очень важный момент, следующий слайд, пожалуйста. Духовная работа – это баланс между заботой о себе и заботой о других. Скажите, пожалуйста, можем ли мы сказать, что у вас все very good, очень хорошо между этим балансом, о том, как вы заботитесь о себе и о том, как вы заботитесь о других? Можно сказать, что баланс есть? Но если честно, то не можем, конечно же, да? О ком мы обычно больше заботимся? О других. Святое дело. Мы заботимся о других. Следующий слайд, пожалуйста. Вопрос, друзья. Какие ваши корни? Хочу вам такой пример привести, экспериментальный. В Лондоне на одной из улиц мэрия перед выборами, очень актуальный вопрос в Украине, посадила огромное количество молодых деревьев. И случился очень сильный ураган, и деревья вырвало с корнями. Но они, недолго думая, посадили новые деревья. Какой-то неудачный год уродился там, и снова прошло что-то. И опять все деревья повырывало. Они не растерялись, и снова посадили новые. И так происходило несколько раз. И когда они спрашивали, что вы делаете? Они говорят, мы даем возможность, значит, молодым этим, но ветер виноват, потому что он, да, вот, вырывал это все. Когда я спрашиваю у человека, какие твои корни, я спрашиваю вас о том, насколько вы получаете от своих родителей поддержку или насколько вы их упрекаете. Положите на чашу весов эти два слова. Поддержка и упреки. И чего-то всегда больше. И когда больше поддержки, ваши корни растут и укрепляются.
А когда больше упреков, то все время виноват гадский ветер. И вместо того, чтобы укреплять корни, мы начинаем заново садить деревья. Хотя в этот момент ничего не происходит. Потому что просто укрепляя корни, да вот, просто сажая новые деревья, ничего не произойдет. Что может дать вам эта книга, как я ее вижу, как метафору, да? Все вы видели ракету, ну хотя бы в телеке, да? Когда вы реально смотрите на ракету, на вот эту огромную ракетищу, какое оно вызывает ощущение? Мощности еще. Но она крутая, правда? Вот смотрите, можно быть крутой и вообще не реализовывать свой потенциал. Ну, на примере ракеты. Вот представьте, что есть люди-ракеты, которые просто тупо стоят в музее. И ты подходишь, ты смотришь на него, он клевый, супер. Но ты понимаешь, что это просто макет. И вот оказывается, что если у вас с вашими родителями не очень хорошо, то вы можете быть просто лучшим макетом музея. И все. Что такое родители, если брать на примере шаттла, летающей ракеты? Сегодня я прослушала лекцию о том, как взлетает шаттл. И оказывается, что во время взлета он трижды сбрасывает уровни, ступени. Знаете, какие первые ступени отрываются? Первые, знаете, ну, чтобы ракета взлетела, на первом уровне, как оказалось, находится твердое топливо. Оно самое опасное. Самое большое количество неудач при взлете ракет происходит тогда, когда ракета отрывается от земли. Потому что вот это самое устойчивое крепкое топливо, которым я называю наших родителей, делает, что хочет. Понимаете? Взрывается, когда хочет, открывается, когда хочет, распадается, там, входит в реакцию, когда хочет. Да? И взлетают только те ракеты, в которых все продумано, в которых есть система. Так вот, чтобы вообще вы взлетели в сторону, да, своего развития, первое, что должно произойти, вы должны отбросить вот это вот твердое топливо. И это твердое топливо ваши родители. Отбросить, отпустить, отблагодарить. Понимаете, слова соизмеримы. Да? Следующий этап, который сбрасывает, следующая ступень ракета сбрасывает, это жидкое топливо. Жидкое топливо, друзья, это наши вредные привычки. Тут вообще поле не пахано. Следующая книга будет об этом. Тут вообще тысяча человек будет на презентации, я уверена. И дальше ракета сбрасывает самые минимальные какие-то вещи. После этого она просто летает в космосе. Она реализовывает свой смысл. Задайте себе вопрос. Какая вы сейчас ракета? Вы ракета, которая просто стоит в музее? Вы ракета, которая пытается сбросить первый уровень и разобраться со своими родителями? Вы уже та, которая сбрасывает второй уровень, то есть вы порешали все вопросы с родителями, пришли сюда только для того, чтобы купить книжку для подруги, которой точно надо, вы это знаете. И вы, значит, или маме подарите, или папе, вы знаете, что им точно нужно это, да? В общем, на подумать вам относительно того, какие ракеты вы сейчас, да? И еще несколько идей, которые я хочу вам сегодня предложить. Давайте посмотрим на эти стрелы. Скажите, пожалуйста, если предположить, что успех в отношениях и успех в карьере – это стрелочка какая-то вверх, а какая-то в сторону. Как вы думаете, успех в карьере – это куда стрелочка? В карьере. В карьере и в отношениях, как вы думаете? Вверх. Ну, в карьере, наверное, вверх. А в отношениях? Вторая. В отношениях это вот сюда. А в карьеру это всегда вверх. Вы не путаете слово «карьера» — это когда вы растете, а «работа» — это когда вот так. Поэтому если у вас нет карьерного роста, это означает, что вы на работе дружите. Вы в отношения уходите. Да, понимаете? Так вот, вопрос такой. Можете ли вы одновременно расти вверх и вширь? Только если вы толстеете, я вам скажу. Ну и то, скорее всего, вширь больше, чем вверх. Так вот, оказывается, что когда ваши отношения с вашими родителями нарушены, отношения — это вширь, вы понимаете? Вы не можете вверх. Вы не можете, потому что вас все время тянет вширь. У вас есть какой-то неразобранный, нераскрытый, непонятый вопрос. Но для того, чтобы решить отношения и разобраться с отношениями, да, со своими родителями или со своими детьми, я вижу в зале родителей, да, первое, что нужно сделать, это сказать: я беру на себя, за себя ответственность за все. За все. И перестать осуждать. Потому что никогда вы не найдете
мира со своими родителями, а мир и слово смирение, очень интересно, связаны, да, в языке, вы никогда не решите никакие вопросы. Вот как только к вам поднимается из вашего сердца мысль, я хочу осудить маму или папу, или своего ребенка, все, вы отвернулись от себя, от Бога, вы отвернулись, вы идете в другую сторону. В осуждении никогда вы не придете к истине, никогда вообще. Однажды к психологу пришел боксер и сказал: «Вы знаете, вчера на ринге у меня возникла негативная мысль. Я в шоке, мне срочно нужна ваша помощь». Психолог посмотрел на него и говорит: «Что, всего лишь одна негативная мысль?» Он говорит: «Да, но вы понимаете, всего лишь 2 секунд негативных мыслей достаточно для того, чтобы именно в эти 2 секунды получить нокаутирующий удар». В каком вы находитесь состоянии, когда ваши вопросы относительно ваших взаимоотношений с вашими детьми и родителями вас накрывают? И что может произойти с вами в этот момент? То есть в эту яму может попасть все. Начальник, который сказал не то. Вы что-то вспомнили, тут он зашел и что-то сказал, и вы уже не понимаете, как все закрутилось, но получилось нечто не очень приятное. Недопускание негативных мыслей ни в коем случае. Потому что любая негативная мысль – это шаг в осуждение. Почему люди любят осуждать? Оправдывать себя еще. Перекладывать еще. Почему люди осуждают? Чтобы ничего не делать. Вы все мудрые люди. Приглашаю в соавторство. Да, вы понимаете? Дальше, следующий слайд, пожалуйста. Давайте посмотрим на эту лодку. Да? Вопрос о том, как вам может вообще помочь эта книга. Представим, что эта лодка – это вы, личность каждого человека. Да? Проблемы с родителями и с детьми – это пробоины. Что начинает делать человек, как только в его лодке появляется пробоина? Черпать воду и... Одной рукой он черпает воду, а второй ногой он затыкает дырку, чтобы туда вода не текла. Чего самого главного вы не делаете в этот момент? Не двигаетесь. А еще? Вы не смотрите вообще, куда вы плывете. Никто не у руля в этот момент. И в этот момент придет кто угодно. Начальник, самодур. Кто угодно вообще, ваша мама, ваш папа, ваш муж, ваша жена, кто угодно, станет у руля и скажет: «Эй, у тебя нет управляющего у руля, давай-ка я тебя покручу». Вы говорите: «Да, конечно, давай, выручай меня». Да? И в какой-то момент, когда-то, когда вам будет 30 или 35, 40 или 43, вы заметите, что вы оказались в каком-то месте, в которое вы вообще никогда не планировали попасть. И все только потому, что у вас были дыры. Дыры ваших детско-родительских отношений. И вы постоянно вычерпывали воду. И вы постоянно затыкали, да, эти дыры. И никто не был у руля. Мне кажется, что книга — это маленький шаг для того, чтобы оказаться у руля своих отношений. Основная идея, которую транслирует эта книга. Все, что делают наши родители, даже если это боль, это сигнал. Есть такое у вас, что есть такие негативные, болезненные воспоминания, которые хочется спалить вообще, потому что столько боли, что хочется вообще спалить и не видеть. Да? Много спаленных костров у нас там? Чувство вины, суперкостер, а? Лучше б я этого не делала. Да если б можно было вернуть время назад, я бы такого не сделала никогда. У каждого человека, присутствующего в этом зале, есть эта мысль хотя бы за что-то в прошлом. Здоровых нет, я правильно понимаю? У каждого. Но это нормально, мы так устроены. Чувство вины взращивается, да, у нас с детства. Так вот, как относиться к этому чувству вины, воспитывая своих детей, воспитывая своих родителей? Я вам предлагаю такую метафору. Таких метафор очень много в книге, смотрите. Можно воспринимать их как спаленные костры, а можно воспринимать их как взлетные полосы.
и как огни маяки на взлетной полосе того вашего самолета, который понесет вас именно в то место, в которое вы хотите попасть. Так вот, пусть все спаленные костры будут маяками на взлетках, а не теми болями, которые нас огорчают. Все, что сделали нам родители, или все, что сделали мы своим детям, может подниматься в двух ипостасиях. Первый вариант – это когда вы, например, да, давайте к примерам, да, перейдем. Мама много работала, меня не любила. Я чувствую, что мама вот на дистанции, да, вот я все время пытаюсь маме понравиться. Что мама хочет сказать, как вы думаете, ребенку на самом деле? Быть самостоятельной. Быть самостоятельной. Еще. Заняться собой еще. Жить. Хорошо подготовилась к жизни еще. Расти еще. Папа пил. Супер пример. Папа пил. Папа бил. Что папа хотел сказать? Первое. Не позволяй никому с тобой относиться так же. Но это надо много лет прожить, чтобы это понять. Гораздо удобнее 30-40, я не знаю, сколько лет жить и думать о том, что папа бил, потому что папа был плохой. Ну, это же удобно, да? Давайте ваши какие-то примеры, да? Вот что тревожит детство? Кто может озвучить? Ну так, чтобы мы на живых каких-то, да, разобрали идеях. Чем поделиться? Папа мальчика хотел воспитать. Супер! Классика жанра. Папа мальчика хотел, а случайно получилась я. Да? Что с этим делать, да? Первое. Какой посыл в этой истории заложен? Вот пока вы будете думать, будь сильной, она будет всем доказывать, что она сильная. Да? Папа хотел мальчика, а получилась девочка. Вам не здесь нет идеи, не ожидай ничего от жизни. Как только ты строишь ожидания, есть очень большая вероятность, что они не оправдаются. И почему папа не раз наверняка своим поведением и своим каким-то, да, фразами своими, да, какими-то историями напоминает дочке о том, что я хотел сына. Как вы думаете, он это делает, чтобы ее обидеть, или он на каком-то своем уровне души чувствует, что его дочь склонна удерживать обиды, выстраивать ожидания и потом очень больно о них разбиваться, как я сказала. Еще. Лейте. Очень критикуют, что бы не делал в жизни. Папа, мама, все. В принципе, мама, больше мама. Супер. Ну, давайте на одном. Да? Мама очень критикует, что бы ты ни делал. Какой посыл? Ты должна стать лучше. Но это прямой посыл. А посыл вот... Мама все время критикует. Чтобы корона не засветила. Это очень интересный подход, потому что на самом деле критикуют и немножко, да, вот, придавливают детей, которые интуитивно родители чувствуют, что они, да, к этому склонны. Это абсолютно верно. Еще. Мама счастлива в критике? Как ты думаешь, какой посыл она тебе закладывает? Если будешь жить и критиковать людей? Да. Но вместо этого что может делать дочь? Критиковать маму, она меня критикует. Вы понимаете, что происходит, да? Еще, давайте несколько примеров, но это интересно. Вот как додуматься до этого, да? Мало того, что надо сначала это понять. Потом надо принять внутреннее решение, что на поведение своих родителей я реагирую вот так, да? Мне было непонятно, почему в 7 лет у меня было реально у моей семьи 12 огородов в селе, понимаете? Ну, вы не понимаете, это 12 огородов в селе, да? На каждом, там, я не знаю, по 7, по 8, по 12 соток. И ты каждый день после школы ходишь на огороды, да? И ты там 5 минут слушаешь радио, потому что только появились эти кассетники и плеера, да? Потому что потом тебя просто вырубает. Ты дитё, тебе 7 лет, у тебя 12 огородов. И ты вместе там со своими всеми ходишь туда, да? Мне было непонятно. И я не понимала, почему я такая умная, красивая, молодец, должна идти на огород. Понимаете? А теперь я понимаю, почему. Потому что если бы у меня не было в детстве 12 огородов, я бы не знала, как бы я сейчас выжила в той жизненной ситуации, которая у меня сейчас есть. И когда мне говорят, Лена, как ты все успеваешь? Я им говорю, знаете, я вас могу научить. У вас есть огород? Понимаете, да? Ну, так
такой вот пример, часто говорят, что папа был со мной, да, вот такой дистантный очень. Папа не делился эмоциями, да, как-то, ну вот он был сдержан, никогда не хвалил, не говорил о любви. Что папа, ну вот, транслировал этим? Есть такие люди в зале? Угу. Скажите, пожалуйста, вы сами много говорите о любви своим родным и близким? Уже да. Еще нет. Это вот ответ на вопрос, насколько вы усвоили, да, это все. И читая книгу, вы посмотрите на своих родителей с тысячи сторон. Очень много вопросов разных, да, передается с разными подходами. Вы будете читать о тех историях, которых не было в вашей жизни. Но они помогут вам найти ответ о том, как вам относиться к вашим родительским историям. Скажу больше, в книге много вопросов взрослых детей относительно своих родителей. Например, одна девушка, 33-летняя, задала вопрос. «Мой папа попал в мир интернета. Я не могу его достать. Он сидит на сайтах, он смотрит, он читает. Что с этим делать? Как с этим обращаться, если мой папа вот, да, вот сюда попал?» Как вы думаете, что транслирует папа этим ребенку? Не игнорирую еще. Как думаете, что транслирует папа ребенку, когда папа завис в мире интернета? Мама. Обрати внимание на маму, это тоже правильный ответ. Что транслирует папа? Одиночество. Первый вопрос, который я бы задала этой девочке, сколько количества времени ты лично проводишь в соцсетях? На сколько времени сейчас ты инвестируешь в свои отношения, прежде всего, с родными и близкими людьми? Вот рада, что сейчас пришла Мариночка вместе с Ладушкой, потому что Марина — это тот человек, от которого, знаете, всегда в мою жизнь приходят, ну, вот какие-то вещи, которые я знала, но не знала, как сказать. И будут у вас в жизни обязательно тоже такие люди. Однажды на мастер-классе Марина сказала фразу: «Все, что нас раздражает, напрямую нас отражает». Клянусь вам, все, за что вы не можете простить своих родителей или своих детей, это то, что вы очень боитесь сделать сами, или очень не хотели бы сделать сами, или вы не позволяете этого сделать себе и настолько этого боитесь, что не даете другому человеку право делать это даже. Это весь ответ. Помните, как только появились компьютеры? Ну, я помню Word 2003. Кто-то помнит раньше, что было? 97-й точно, я помню. Дальше так была эволюция интересным образом, что как только появился 2003, то он уже открывал документы 97-го. Но 97-й Word не открывал 2003. Потом появился 7-й, 10-й. И Word 97-й по-прежнему не открывает 10-й, 3-й, 7-й. Вопрос. Наши родители, какой Word? Минус 279. Мы более усовершенствованные модели. И если вы хотите разобраться со своими родителями, то вы единственный человек, единственный, который может вообще все понять. Потому что там нет этих файлов. Никогда не будет. И главное слово, которое всегда вам будет мешать, это гребаное слово «справедливость», понимаете? Как только вы будете думать о том, что это несправедливо, вы всегда будете больным, несчастным и жалким. Всегда. Поэтому никогда не ищите справедливости, а всегда ищите благодарности. И всегда ищите света, да, вот в тех людях, рядом с которыми вы есть. Наши родители, это, повторюсь, самые главные ступени для запуска нашей ракеты. Самые главные. И если вы не испытываете еще к ним полного, абсолютного чувства благодарности, то вы еще не знаете, какой кайф вы можете получить от жизни. Скажу вам больше, в присутствии Марины, не могу об этом не сказать, что чем больше вы будете помогать другим людям, обращать их внимание на их отношения с их родителями, тем больше в вашем окружении пока окажется людей, у которых с родителями все будет хорошо. А почему нам всем сегодня 120 человеком выйти с презентацией, нужно рассказывать о том, что отношения с родителями — это важно? Почему?
Потому что ваши дети будут расти в том мире, который мы с вами сейчас на 1 миллиметр изменим. Или не изменим. Что важно сделать прямо сегодня, да? Прежде всего, позвонить родителям, если у вас есть такая возможность. И когда вы будете говорить с ними, то наполните этот разговор какими-то тупыми словами. В Киеве дождь, погода нормальная. Но пусть в каждом слове будет столько любви, что мама или папа обязательно зададут вам вопрос. У тебя все хорошо? У тебя все нормально? И вот это те минуты, когда очень важно, да, когда очень-очень сильно важно, как можно чаще просто разговаривать. Просто разговаривать. И если бы я сейчас была на коучинге, то я бы задала вам вопрос. А как ваша любовь к родителям проявится в действии? Уже в ближайшее время. И начните любить и уважать своих родителей в одностороннем порядке. В одностороннем. И дальше будут происходить какие-то странные вещи, которых вы никогда не поймете, как они работают. Но это уже не важно. Потому что они просто будут происходить. Я вам обещала в конце идею о том, что я заменила фотографии своих родителей. Значит, финал презентации. Да. Вот это то, что было. Это просто мои родители только изнутри. Да? Это их, конечно, лучшая часть, безусловно. Это то, что было, а это то, что стало. И это то, что стало только благодаря тому, что... То, что было, да, да. И каждый сейчас может сказать все, что угодно. Но я знаю точно, что вот такое есть у каждого из вас дома в альбоме. Осталось только вот такое сделать. А разница между ними, ну реально, 10 сантиметров. И для кого-то это будет 10 лет, для кого-то это будет 10 слов, для кого-то это будет 10 страниц, для кого-то 10 звонков, для кого-то 10 детей, 10 прощений, я не знаю чего. Но если вам хочется плакать, плачьте. Если вам хочется обнимать, обнимайте. Но я знаю точно, что есть 4 фразы, да, которые нужно говорить всегда, если вам очень больно. Я предлагаю записать. Это не моя методика, я доблестно приняла это послание от одного из своих учителей. Как только сильно плохо и как только нагребает, если не хотите идти опять в осуждение, обсуждение, мне очень жаль. Прости меня. Я благодарю тебя. Дальше вы знаете. Я люблю тебя. И говорить до тех пор, пока не отпустит. А если не отпустила, отжиматься и говорить. Это очень важно. В жизни вообще последняя идея, которую я завершаю мастер-класс, вы можете жить двумя направлениями. Запомните, жизнь человека — это выбор из двух вариантов. Есть такой доктор Хью Лин, который, собственно говоря, автор этой методики, 4 фраз волшебных. Он говорит, что у человека есть 2 выхода. Первый выход — это воспоминания, и второй выход — это вдохновение. Вопрос. В чем вы больше живете в течение дня? Но ответ увидит любой человек, глядя на вас в метро или в автобусе. Вот знаете, истинная суть человека проявляется в тот момент, когда он думает, что его никто не видит. И есть люди, на которых ты смотришь и думаешь, что-то я не улыбаюсь. То есть ты посмотрел на этого человека, и как-то ты вдруг вспомнил, что ты тоже живой. Да? А есть люди, на которых ты смотришь, и ты их не видишь. Потому что все они... воспоминания. Количество счастья в вашей жизни измеряется количеством добрых дел, которые вы делаете в течение дня. И, конечно же, качеством ваших отношений с другими людьми. Я вам очень желаю кому-то психануть, у кого-то это работает, кому-то провести стратегическую сессию, но любым доступным для вас способом, да,
найти путь к тому, чтобы определить тот смысл, который вы придаете своим детско-родительским отношениям. И когда Виктора Франкла спросили, Виктор, вы написали книгу «Человек в поисках смысла», так в чем же смысл жизни, скажите, вы же наверняка все поняли. Он сказал, вы знаете, это неправильно, когда вы человек вообще не имеет права задавать себе вопрос, в чем смысл жизни. Потому что каждый день жизнь задает этот вопрос нам. Все. Все, что вы ответите, каждый день, это вот, собственно говоря, и есть ваша жизнь. Друзья, спасибо вам всем за то, что вы нашли время сегодня посвятить свою смелость, наверное, обратить внимание на тему взаимоотношений детей с родителями. Искренне вам желаю, чтобы сегодня, когда вы придете домой, вы как-то так обняли своих родных и близких, чтобы они поняли, что когда мама или папа уходит, это не всегда плохо. Пусть завтра вы проснетесь с внутренним решением того, что я хочу что-то менять. С этого начинается все. Я вам желаю искать, помните, что как только вы начнете что-то делать, сразу будет плохо. Это нормально. Это проверка небесной канцелярии на силу вашего намерения. Так было, есть и будет всегда. И только когда вы 8 раз скажете «извините, я все равно буду, это не я» и так далее, вы попадете туда, куда вы хотите. Это очень важно. Спасибо всем, кто был причастен к написанию этой книги. Марина, тебе низкий поклон за то, что ты... Это человек, который ни одной моей презентации книги еще не пропустил. Я не знаю, за что спасибо, но пожалуйста. Я очень благодарна людям, которые меня всегда поддерживают. И Мариночка в том числе. И нет сегодня нашей Марины Воротынцевой. Благодарю всех своих коллег-тренеров, которые, несмотря на огромную занятость, приходят всегда. Всех своих учителей, которые с детьми приходят. Инну, тоже не было Инночки, она прибежала в конце, Инну Евженко, моего единственного тренера, моего ко-тренера, с которым мне не страшно работать. Спасибо тебе большое за то, что ты делаешь. Вопросы, жалобы, предложения. Тогда завершить хочу словами о том, что в зале есть одна мама, которая, ну, самая родная мне, это мама моей подружки. Мама, засыпай. Идем за воздух. На улице много, там нет той теплоты, которая часто бывает здесь, на презентациях, на тренингах и на классах. Говорите о теме взаимоотношений, это важно, это то, что дает энергию. Всем благодарна, книги подпишу с радостью. Пишите в ВКонтакте, в Фейсбуке отзывы, делитесь, будет видеопрезентация, и, возможно, она будет полезна кому-то из ваших родных и близких людей. Спасибо всем, давайте друг другу поаплодируем, с верой в то, что все будет хорошо.